Вы ведь не только главный редактор, вы ведь владелец, что существенно. Это кардинально отличается ваша позиция от ваших коллег, которые возглавляют средства массовой информации, будучи назначенными владельцами. Вы здесь сами себя назначили. Ну, по сути дела, сегодня из федеральных СМИ я единственный и главный редактор, и владелец. И я думаю, что это достаточно необычное явление для сегодняшней современной российской прессы, потому что большая часть этой прессы или принадлежит государственным структурам, в чем я не вижу, кстати говоря, никаких проблем. Хотя некоторые начинают охать и ахать, я не вижу в этом проблем, потому что можно и с государством работать достаточно открыто и достаточно интересно. Ну и ряд структур, которые, ну так скажем, олигархической направленности, где достаточно сильный бизнес развит, они тоже скупали или владели различными средствами массовой информации. И так я оказался, ну, по сути дела, в одиночке человек, который и владеет, и главный редактор.